Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Трофимов Андрей. Как вы знаете, мой канал посвящен заработкам в интернете. И вот буквально вчера вечером мой друг Андрей Стародумов показал мне проект, который сейчас находится на предстарте. Называется он THW Global. Сейчас мы находимся в моем кабинете этого проекта. Сегодня уже смотрю, интернет кипит этой темой. Ну и чтобы, как говорится, пока масть идет, чтобы нам не остаться в стороне, я решил сделать все-таки видеоролик, хотя вчера я не собирался этого делать. Но сегодня, думаю, все-таки стоит записать. Старт состоится 4 июля. Что нам предлагает этот проект? Он предлагает нам заработок на просмотрах роликов в YouTube. Принимать участие в нем может каждый от 21 года и выше. Я уже предчувствую такие вопросы, а можно ли принимать участие, если меньше 21 года? Но чтобы не возникало подобных вопросов, я скажу так. Принимайте участие хоть со скольки лет, но может случиться такая ситуация, что при выводе средств потребуется какое-то документальное подтверждение вашей личности. Если вы не сможете подтвердить, что вам уже есть 21 год, то скорее всего вы не сможете вывести деньги. Это, конечно же, мое предположение, но все-таки лучше регистрировать аккаунт на человека, которому уже исполнился 21 год, и у вас должна быть потом возможность представить документы этого человека на всякий случай. Итак, компания собирается платить каждому участнику за просмотр видео на YouTube до $250 в неделю. При этом у вас перед компанией нет никаких обязательств, также совершенно не обязательны никакие приглашения и абсолютно никаких вложений, все совершенно бесплатно. Вы просто просматриваете видео и получаете деньги на свою карту. Как я сказал, можно зарабатывать абсолютно без приглашений, но также в компании существует еще маркетинг, благодаря которому можно получать гораздо большие деньги. Маркетинг построен следующим образом. Вы будете получать $5 за каждый час просмотра лично приглашенного вами участника. Но, как я понял из маркетинга, не более $200 в месяц за каждого приглашенного. А также вы будете получать по $1 за каждый час просмотра видео вашими рефералами со 2 по 10 уровень. Компания оплачивает до $40 в месяц за каждого такого реферала. Старт проекта состоится 4 июля 2016 года. Что касается лично моего мнения по этому проекту. Не знаю, как будет выглядеть кабинет после официального старта, но на сегодняшний день он довольно прост, ничего лишнего. Здесь я вижу в адресной строке зеленый green bar. Это говорит о том, что ваши личные данные защищены. Во-вторых, это не хайп и не пирамида, потому что вкладывать здесь абсолютно ничего не нужно. Здесь я вижу, что людей регистрируется в проекте очень много. Вот во вкладке «Бинари» в моем личном кабинете я могу видеть вот мое имя, фамилия, моя регистрация. Дальше нажимаю «плюсик», и тут постоянно выходят новые люди. Я не знаю, что это, либо люди, зарегистрировавшиеся до меня, но здесь людей очень много. И так можно это постоянно, эти плюсики, нажимать, и постоянно новые люди появляются. Скорее всего, тут идет бинарная регистрация, потому что я здесь вижу left, right, и сама вкладка называется бинари, и здесь dual team 3 view. Или если перевести, то просмотр дерева или структуры вашей бинарной или двойной команды. Я думаю, это все понятно станет после старта проекта, но зарегистрироваться в нем, я думаю, все-таки стоит. Потому что, еще раз повторюсь, что это без вложений. Перспектива проекта довольно интересная. И все-таки упускать такой момент, я думаю, не стоит. По информации разработчиков, можно зарабатывать абсолютно никого не приглашая. Но если вы хотите и готовы приглашать, то ваш доход в разы увеличивается. Сейчас, как я сказал, мы находимся в моем кабинете, но тут пока еще ничего интересного нет. Во вкладке Home, в общем-то, пусто. Здесь настройки идут, ваша информация пользователя. Есть, конечно, моменты, которые меня немного смущают. Если перейти на страницу регистрации, ссылка для регистрации находится под этим видео в описании. Увидите, под видео написано «Ссылка для регистрации». Нажав на эту ссылку, вы попадете вот на такую регистрационную страницу. И здесь вы сможете ее сразу перевести на русский язык. Давайте нажмем, выбираем «Русский». Что меня здесь пока смущает? Лично вы получаете $25 за час просмотра видеороликов. Максимальный заработок $250 в неделю. Конечно, возникает вопрос, откуда берутся деньги. Тем более мы ничего не вкладываем. Но вот здесь ниже можете почитать информацию. Я все это читать не буду, вы сами все прочитаете. В общем-то, суммы заработков здесь, я считаю, довольно приличные. По-моему, даже YouTube не платит таких денег. Если опуститься еще ниже,
Здесь они описывают, откуда берутся деньги в телевизионной и вообще в видеоиндустрии. Здесь почитайте, приводятся некоторые примеры доходов. Но что также мне интересно, здесь написано о том, что THW хочет быть больше и лучше, чем YouTube, и стать одним из крупнейших гигантов в мире рекламы. У меня возникает, конечно, вопрос в том, что они собираются платить за просмотры видео на YouTube и в то же время хотят переплюнуть YouTube. Все-таки мне это как-то немного непонятно. Но, однако, не будем забегать вперед, посмотрим, что из этого получится. Кто-то может сказать, что это очередной лохотрон. Мне уже не раз писали такие комментарии к моим видеороликам. Но я хочу сказать вот что. Кто давно зарегистрирован на моем канале, помнит, что у меня были видеоролики, где я работал с хайп-проектами, со всевозможными инвестициями, где нужно было вкладывать деньги, и порой деньги немалые. И самое интересное, что когда была работа с хайпами, я вам серьезно говорю, ни одного комментария не было о том, что это лохотрон или что это лоховозка. При всем при этом я точно знаю, что очень многие люди потеряли деньги на этих проектах. Но ни один, еще раз повторю, ни один человек ни разу не сказал, что это лохотроны. Сейчас, когда я выкладываю видеоролики с возможностью заработка без вложений, столько комментариев появляется о том, что это лохотрон. Да, возможно, не все проекты платят деньги. Может быть, где-то я не до конца делаю правильную оценку того или иного ресурса. Может быть, я не настолько спец и не настолько гуру в этих проектах. Но, по крайней мере, никто не теряет здесь свои кровные деньги. Время, да. Возможно, время тратится. Но лучше пусть это будет только время, чем и время, и деньги. И скажу еще одну такую вещь. Кто громче всех кричит, что это лохотрон, но ничего не предлагает взамен, я сомневаюсь, что этот человек что-то может и как-то умеет зарабатывать в интернете. Единственное, что у него хорошо получается, это критиковать. Но это неправильная критика, если она не указывает выход. Если критикуешь, тогда покажи, что для тебя не лохотрон. Покажи тот проект без вложений, в котором ты зарабатываешь, в котором ты добился успеха. Расскажи, как ты в нем работаешь. Вместо того, чтобы писать мусорные комментарии, свяжись со мной. Но не для того, чтобы полить грязью, а давай конструктивно поговорим. Ты покажешь мне свой успешный ресурс. Я согласен, что я не бог и я не идеален. И наверняка у меня есть ошибки, и я готов выслушать, признать, в чем я ошибаюсь. Но ты при этом покажи путь, выход, направь. Самый лучший способ указать дорогу – это поделиться своим результатом. Покажи другой успешный путь, по которому ты идешь. Лично я не считаю сайт, где не нужно ничего вкладывать, лохотроном, потому что где-то какой-то из таких ресурсов вполне может оказаться достойным проектом. Угадать на 100%, конечно, не всегда удается. И я не Ванга и не Нострадамус, чтобы знать изначально мысли и замыслы организаторов какого-то проекта. Но попробовать и использовать потенциальную возможность, почему бы и нет. Даже если это не сработает, в принципе, никто не в убытке. Махнули рукой, забыли и пошли дальше. Также и с этим проектом THW Global. Давайте все-таки не будем проходить мимо этого проекта, а попробуем и посмотрим, что из этого получится. Ссылка для регистрации, как я уже сказал, под этим видео. Регистрация довольно простая, я даже не буду на ней останавливаться. Пройдя по ссылке, вы попадаете вот на такую же страницу. Конечно, она у вас, наверное, будет на английском языке. Вообще советую как можно меньше пользоваться переводчиками. Пусть лучше будет страница в оригинале, как она есть на самом деле. Если уж крайне надо что-то перевести, перевели, прочитали и обратно вернули в оригинальную страницу. Итак, прошли по ссылке, попали на страницу регистрации, нажимаем «Регистр», «Now». Здесь вписывается имя, дальше фамилия. Я все заполнял латинскими буквами. Дальше ваш действующий почтовый ящик. Здесь вы придумываете себе логин. Дальше придумываете, вписываете пароль. Здесь дальше автоматически пропишется ваш логин и выбираете страну, в которой вы проживаете. Дальше нажимаете кнопку «Регистр», и вам на почту придет первое сообщение о том, что вы зарегистрированы. Я зарегистрировался вчера, вот у меня пришло вот такое письмо. Это первое письмо о регистрации. И затем придет второе письмо, где будет ваша партнерская ссылка для приглашений. Вот во втором письме здесь три ссылки для приглашений партнера. Также во втором письме ваши регистрационные данные, ваш логин для входа в кабинет, ваш пароль тоже придет, фамилия, имя вашего спонсора и электронная почта вашего спонсора. Ссылки для приглашений можете использовать любую из этих трех.